say my goodbye with a low dead gun. Ребят, совсем недавно мой знакомый открыл сразу два сервера для компьютера и телефона, и он попросил, чтобы мои подписчики их заценили. На первом сервере для компьютера, айпишечка сейчас на экране в описании, вы можете спокойно развиваться, ну или устроить дичайший замес, а также сервер для Pocket Edition. Там вы можете устроить батл на кораблях среди пиратов. В общем, очень-очень много всего интересного. Всю дополнительную информацию вы найдете в описании. Нам нужно украсть Азалию. Без нее возвращаться ну никак нельзя. Фух, все. Забрал, все окей? Да, нам этого хватит. О, черт. Это Вервульф. Вервульф? Нам нужно бежать. Быстрее, давай! Давай, давай. Нэнси, я же говорил тебе не высовываться. Нэнси, я же говорил тебе не высовываться. Мы... А в чем, собственно, проблема? Проблема в том, что твоя девушка подозревается в похищении Чарли Джексон. Она не моя... Стоп. Что? Да. Быстро шуруй домой, не высовывайся. Не, что, нельзя на улицу выходить? Я веду расследование и слежу за владельцем того дома, а вы мне мешай. Ребят, мне очень интересно узнать, какой же самый любимый персонаж у моих зрителей из мультика «Сумерки». Давайте проведем голосование. Все, что вам нужно сделать, это поставить лайк и написать в комментариях вашего любимого персонажа из этого сериала. Того дома, а вы мне мешай. Извините, ладно, мы уходим. Подождите, парень, а что это у тебя в руках? Это, ну, это цветы для моей девушки. Ладно. Что это сейчас было? Прости, я просто так сказал, чтобы выкрутиться. Да нет, как он там оказался? Ну, видимо, он следил за Франком. Просто его даже не слышно было, ну как он пришел? Ну да, это было странно. Я так и не понял, почему ты подозреваемая? Ты имеешь к этому какое-то отношение? Нет, я не знаю, почему он меня подозревает. Нам нужно вернуться в гараж. Уже очень поздно, а нам завтра в школу. Тогда я пойду домой, мне завтра на работу нужно. Ну, мы же с тобой еще увидимся? Да, конечно. Ну ладно, пока. Пока. Эти дети украли у тебя Азалию. Почему ты не разобрался с ними? Сейчас не время наводить шумиху. У меня и так полно проблем. Ладно, пошли в дом. Садись, все обсудим. А это еще кто? Кто? Это я. Открывай, дедушка. А, внучок, проходи. Здравствуйте. О, привет. Вы Вервольф? Очень приятно познакомиться. Я ни разу не встречал вам подобных. Франк, что это за дела? Он мой внук, все нормально. Более того, он тоже вампир. Ладно, я спешу. Неси настойку Райдера. Нужно спуститься в погреб. А это правда, что вы можете менять облик? Да. А то, что вы неуязвимы? Да. Вау! А можем мне стать вашим преемником? Нет. Ну, пожалуйста. Нет. Я сделаю все, что вы скажете. Только разрешите помогать вам. Ну, хотя... Знаешь, у меня есть одна идея. Ты точно готов сделать все для меня? Спенсер, ну почему так долго? У нас не получилось купить. Пришлось красть. И что теперь? Если честно, я очень устал и хочу спать. Согласен, часа два, а делать отвар Брауна я не выдержу. Пошли к тебе. Да, пошли. Стойте, а я? Спокойной ночи. Эй, ну мне тоже завтра в школу надо, ребят. Ладно, пошли с нами, вампир. Я запру тебя в комнате, только не смей сбежать. Ты где была? Гуляла. А с кем? С другом. Уже решила другом завестись?
Зачем тебя вызывали в полицию? Почему ты не позвонила мне? Я же беспокоилась. Ну, прости, я потом тебе все расскажу. Я очень устала. Нет, говори сейчас. Да там... Ну, короче, просто попросили дать показания на человека, который сбил фермера. Ну, я просто была свидетелем аварии, вот и все. Фух, это хорошо. Ладно, спокойной ночи. Угу, спокойной ночи. Нэнси, иди ко мне, милая. Заходи скорее в дом. Давай быстрее, тут кое-что для тебя есть. Ты чего? А, что? Ты чего кричала? Я? А, мне мама снилась. Мне тоже они часто снятся. Спи. Я очень скучаю по ним. Понимаю, я тоже. Нэнси, не лазь на чердак. Сколько раз я тебе это говорил? Нэнси, тебе туда нельзя. Вставай, Спенсер, пора в школу. Доброе утро. Что будем с Руди делать? Вставай! А, да, привет. Ты пойдешь с нами в школу и будешь постоянно у нас на виду. А после уроков ты пойдешь к нам, и мы проверим тебя. А что, если нет? Тогда нам придется убить тебя. Просыпайся, Нэнси. Я не сплю. Хорошо, я же тебе говорила, что ты сегодня уже пойдешь в школу. Уже? Да. Я почти всю ночь не спала. Опять родителям? Да. Здравствуйте, ребята. У нас новая ученица. Ее зовут Нэнси. Так, присаживайся. Урок математики. Открывайте учебник на странице 17. Эй, привет. Привет, привет. Ты как? Так, тишина в классе, пожалуйста. Так, а к доске у нас пойдет Вуди. Я? А у нас есть еще какой-нибудь Вуди в этом классе? Ладно. Эмили Коппер, можно выйти? Что такое, тебе плохо? Да, можно я домой пойду? Да, конечно, только напиши записку у директора. Хорошо. Ну давай, Вуди, пиши пример. Извините, можно войти? Давай, только быстро. Ты где был? Отвали. Виллиан, ты совершил ошибку. И теперь сам по себе, не трогай меня. Нэнси, загляни на чердак. Давай быстрее, тут кое-что для тебя есть. Нэнси, иди ко мне, милая. Кажется, наша новая ученица заучилась. Нэнси, у нас урок, очнись. А, да, простите. Все нормально. Да-да. Нэнси, ты с нами? Нет, я сейчас поем и пойду на работу. Значит, втроем пойдем. Да, давайте. Нэнси, ты реально думаешь, что я вампир? Тихо, не произноси это тут. Не знаю, Рудин. То, что со мной произошло, ну, это было очень странно. А ты тогда был рядом. Босс, я все сделал. Где они? Они у меня дома. И как ты их поймал-то? Они не особо сопротивлялись. Я сказал, что видел Чарли, и у меня есть доказательства. И привел их домой. Ты молодец. Помогите!
ребят, в прошлой серии вы должны были найти киноляб. И если честно, я реально не ожидала то, что настолько много человек найдут этот момент. Я реально думаю то, что пару человек найдет и на этом закончится. Но нет, короче, спасибо вам огромное за актив. А, и вот первые 10 человек, которые написали в комментариях об этом киноляпе, они получают сигнички от меня с Сэмом. Пока что не знаю, когда они выйдут, но ищите, если что, ждите их в моей группе ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Ну, пожалуйста. Нет. Я сделаю все, что вы скажете, только разрешите помогать вам. О, хотя, знаешь, у меня есть одна идея. Какая идея? Интересно, интересно. Нормально. О, а что, в ванной си... А, фигово. А, во, развернись туда. В другую сторону, в другую сторону. Во, 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 сюда, и голову опусти. Во, отлично. Уснул в ванне. Всё, ты в ванной будешь. Сейчас я в право, потому что рукава дает. I'll say my goodbye with a low, then go.